Заключенная между Азербайджаном и Турцией, Шушинская декларация, крайне опасна для Армении. Поскольку, согласно этому договору, Турция имеет право и обязана предпринять шаги против Армении в случае возобновления любого военного действия. Об этом заявил в беседе с Айсорам армянский политолог Александр Кананян. Шушинская декларация закрепляет после войны новую геополитическую реальность, которая широко открывает перед Турцией геополитические возможности в регионе. Между тем, до войны 2020 года мы, по крайней мере, наивно полагали, что наш регион является зоной геополитического влияния России, и у Турции нет военного доступа к Южному Кавказу. Касаясь того факта, что армянская сторона отреагировала на Шушинскую декларацию только один раз, в частности на уровне МИД Армении, Александр Кананян отметил, что армянская сторона как таковая вообще не существует. После подписания капитуляции 9 ноября, Армения в очередной раз за свою историю превратилась в лишенный прав предмет, раздираемый другими государствами. Нынешняя власть Армении провозгласила эпоху мира, в которой формулой защиты Армении должна быть Тер-Петросяновская формула «Наша защита в нашей беззащитности».